Привет, привет, мои солнышки. Сейчас у нас вечер, не знаю сколько времени, часов 7, наверное. Мы идем в кафе, которое находится здесь недалеко от дома, Куинелл, и называется, работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, короче, постоянно работает. Снимала оттуда не раз. Дочь пришла к нам в гости и решили пойти поужинать там. Сегодня такая жара, оказывается. Муж пришел домой и говорит, так жарко, так жарко. Дочь вообще в маечке. Сейчас, кстати, я им не очень-то поверила. Надела кофточку, и вот сейчас иду, и мне тоже жарко. 25 градусов. Представляете, 25 градусов уже. Уже, в принципе, все. Уже тепло пришло к нам. Детки спокойные. Асланчик, как всегда, все разглядывает там. Зигра лежит. Так. Аслан всегда все смотрит по сторонам, ему все интересно, где что происходит. Их Ратуш наблюдает, знаете, но она так, лежа, так спокойно наблюдает. А Асланчик, это прям эмоциональный он у меня мальчик. Вот. В кафе что-нибудь сниму, если дети дадут, конечно, снять. Сейчас поверну камеру. Вот, прямо по курсу. Так. Прямо по курсу наше кафе Куинелл. Конья – это город в Турции. Куинелл – это как бы человек из Коньи. Как у нас говорят, например, москвичка или я не знаю, как там у нас еще говорят, махачкалинец, вот что-то типа этого. Аслан! Аслан! Дур-дур, бираздур! Аслан, как дела? Зера, как дела у тебя? У тебя как дела? Ты что такая серьезная? Вообще серьезная мадам она у меня. Я! Пупсик! Обувь не одела на него, потому что снимает. Снимает. Да, да. Пошли. А, вот наша принцесса. Вот новая ее стрижка. Кстати, ей очень подходит. Мне нравится ее новая стрижка. Как вам? Saçlarını beğendim diyorum. Sen neden bize gelmiyorsun? Herkes soruyor. İstersin var. Ben de öyle dedim ama inanmıyorlar. Я у нее спрашиваю, почему ты к нам не приходишь и спрашиваешь? Она говорит, у меня же говорит, занятия. Я говорю, я тоже так говорю, но не верят. Она готовится поступать будет скоро, иншаллах, в этом году. İnşallah bu sene kazanacaksın. Знаете, как мы пришли в кафе, дочь уснула. Сын отказывается сидеть в коляске, только на руках. Телефон отказывается стоять на столе, только говорит, держи меня. Мы сели на веранде. Сзади меня нет стекол, ничего нет. Вот улица. Хорошо, тепло. Эй, как там папа делает? Давай. Вот так вот. Что заказали, покажу. Кафе снимать не буду, потому что здесь народу много. Вечером здесь бывает очень много народу. Приходят все поужинать. Особенно суббота, воскресенье. Как раз таки сегодня суббота. Сегодня у нас закончится массаж. Я не знаю, я говорила или нет. Все. Пупсик, скажи что-нибудь. Только рычит. Дочь заказала супчик, полпорции. Это полпорции, кстати. Знаете, из чего он? Язык и мозги. Аслан. Аслан у меня на руках. Конечно же, он не даст ничего снимать. А мы ждем еду, еду, еду. Ждем. Здесь так вкусно пахнет этим. Афиэтолсу. Здесь так вкусно пахнет растопленным сливочным маслом. Вот туда как раз ей тоже залили. Зато, знаете, когда домой заказываешь у них пиде, это вот лепешка с начинкой из мяса и так далее, они вот эту вот зелень домой не отправляют. Вот эту, именно сколько раз я просила, отправляют вот эту.
Evet, sipariş yaparken bunu göndermiyorlar bunlar. Evet, şikayet ediyorum. Normalde gönderiyorlar. Yok, kaç kere sipariş yaptık ya, göndermiyorlar. Sadece bu geliyor. Abi, bu geliyor. İstemem. Вот принесли нам основное наше блюдо, называется он валик кебаб. Это на порция на двоих считается. Все в перемешку здесь, там и курица, и мясо, и котлета, по-моему. И плов я вижу, и лепешка, и помидоры. По-моему, баклажан тоже, не знаю, ковыряться не хочу. Вот, айранчиком будем все запивать. Всем приятного аппетита, еще раз повторяюсь. После вкусного ужина мы топаем пешочком к бабуле, к свекрови идем. Погода осталась такой же классной, тепло, но уже, в принципе, не будет холодно. Посмотрите на эти цветы. Каждый год вот здесь эта красота, и мимо пройти невозможно. Мне когда гюзельчик лярил. Кукла-максером. Сейчас я их понюхаю, там внутри хозяин, по-моему. Он не рам садите. А ма кок мио. Без мы. Он говорит, этот съемка говорит 10 лир. Эвет, без кок мио. Эти не пахнут, белая пахнет. Бак, кокла. Некоторые взяли кок мио. Ай, взяли. Сары кок мему? Бирас кукуа. Желтая, очень красивая. Ты мне? Вау, бакли. Бекле джайзо заман. Пембе, розовенькая здесь. М-м-м. Только белая пахнет хорошо. Чок, ты шикирю дверь. Олсун байрак. Он нам две розочки дает, одну розовую. Купарьёлар мы? Все равно, говорит, повыдергивает, говорит, кто-нибудь. Красота. Где был? Ты шипелер. А, и бенимки кукуй. А, сеньки, да, бизель? Teşekkürler. Çok. Az kokuyor, evet. Одна и желтую дает. Но вон те, конечно, bunlar pembe çok güzel, büyük bak ya. Эти розовые прям огромные такие красивые. Üç tane sende olsun, al. Ama dikkat et. Evet. Там дальше тоже есть мужчина, он тоже ухаживает за цветами. У каждого дома в Турции есть свое имя. Вот этот дом называется Темель. Тешикеле. Как же мы? Ай, тебе три разочки у нас. А? Evet. Bu araba nasıl? Bak bak. Hangi? Normal. Güzel. Ne model bu? Toyota şey bu elektrikli benzin. Ha. Biraz alçak gibi. Ne? Ne olur? Alçak. Машину смотрю. Он меня спрашивает, как это там. Я говорю, немножко говорю, низкая. Şey, diğerlerinden biraz alçak. Evet, onu diyorum. Мы еще выберем машины. Так, идем дальше. Сен сеч. Хаджире ара? Хаджире вдеса, хаджире гидеджес. Танс, танс, танс. Я теперь буду вам все цветы на улице снимать. Посмотрите, какая красота. Красота. Ну, здесь пахнет запах, как у жасмина, но это лимон, я уже знаю, вон он.
Так. Здесь вся улица в цветах. Господи, как вкусно пахнет. А я вот раз давар чуть-чуть. Да. А, это дом, у этого дома имя Шевки Бей. Господин Шевки. Здесь другие розы. Кокуя мы чечекли? Bedava. Orası 10 lira dediler, burada 1 lira. Aa, 5 lira. Azıcık kokuyor, evet. Önceden çok kokuyordu. Büyüdükçe demek şey oluyor. Tabii. Bunlar gerçek mi beyaz? Gerçek. Vay. Посмотрите на эти белые. Bu da öyle. Bunlar ikisinin elinden tutuyor. Kırmızılar çok güzel. Elinizden tutuyor. Nerede? Bak bak arkana. Sen arkaya git. Kadife gibi. Эти красные, вообще какие красивые розы. Очень красивые. Вот эти еще распустятся. Там куча-куча их. Смотрите, какая красота. Бурдачок, варкичик. А что мадда? Сейчас посмотрю запах. Пахнет бунажда кукую. Розовый. А, бунар чок кукио. Вот это больше всех пахнет. Угу. Бу герчек гюлин кокусу. Ай-яй-яй, как красиво. Чок кизелья. Так. Короче, мы здесь будем до утра идти.